Всем доброе утро и добро пожаловать в новую серию нашей путешествия по Италии. Наш отпуск по Италии продолжается. Так, мы выезжаем из городка. Город назывался Кастелло Грутте. Я читаю, не могу запоминать. Кастелло Грутте. Я вчера, наверное, не сказала. Здесь, в общем, вот эти вот гроты. Я не знаю, тут есть гроты. Какие-то кроты, но мы там не ходили. Они примерно с нами расположены. Я даже их не показала. Там вход 20 евро с человека, поэтому, как-то знаете, ну, ладно, в общем, кто захочет, тот посетит. У меня желания такого не было, я хотела спать. Вечером я уже хочу спать. Пока приготовишь, да, туда-сюда, ладно. А сейчас мы направляемся в город, где находятся вот эти вот тролли-хаус, наподобие, да, как они. Этот городок называется Альберобелла. Он в 20 минутах, по-моему, да, или 20 километров? Да. Да, в 20 километрах от этого города, где мы сейчас были. И там такой... Я этот город видела у одного блогера в Инстаграме. Там такой прям вообще... В общем, ладно, все увидите, все покажем. Собственно, мы уже на месте. Здесь парковка прям рядышком с этим троллевским городком. Тут вообще весь город, вот эти вот тролли-хаус везде. Парковка стоила 6 евро. Кстати, ни одного иностранного номера, только наш. Только мы одни. На улице хорошо, ветерок. Пока облачно, но походу облака сейчас разойдутся, опять солнышко будет. У нас СПФ с собой. Я сегодня в платье, но я взяла с собой одежду, чтобы потом переодеть, потому что потом будет вообще жара, и я в платье, конечно, наверное, мне жарко будет. И моя спина опять может сгореть, в общем, я сегодня такая нарядная. Ну, сейчас будем показывать вам красоту. Что там я хотела рассказать про этот город, про город, про вот эти штучки. Я забыла, что у меня новые сережки одеты. Эти штучки, эти домики называются трули. И что, какая у них особенность? У них острые крыши вот эти, и на крышах вот такие вот какие-то там знаки, да? Эти знаки никто толком не знает, да, так написано, что они означают, но как бы они там из созвездий каких-то, там сердечки, какие-то там стрелочки, в общем, такое. Город этот тоже является наследием ЮНЕСКО. И петух. И петух там, да, еще есть петух. В общем, флюгеля это называется, по-моему, так. Сейчас будем вам показывать красоту. Городок такой вообще классный. Мне так нравятся эти домики. Домики троллей. 92. Там люди живут в этих домиках. Есть большие, есть маленькие. Прикольно. Туристов уже много. Там прям вообще, я не знаю, видно, не видно. Вдалеке прям уже скопление такое. Очень много туристов. Как в Венеции здесь. Прикольно, да? А, это проезжая часть, пап. Нет? Влади, машина едет. Такие улочки маленькие. Навесочки у людей висят. Прикольно, да? Как тут люди живут-то? Пустите нас хоть в один дом-то. Хоть один. Пойдем, там сану сфоткаешь меня. А, это магазины тоже, магазины. Смотри, за мамой потеряешься, тролль тебя утащит. Вон здесь какие улочки. Но здесь все это как для туристов. Ева, стой. Все для туристов. Нам даже магнитик купить обязательно с тролль-хаусом. Вот они, кстати. Такая улица классная, да? Прикольная вообще. Вот эти домики всякие. Это копилка, Миша. Такая классная. Может, купим копилку? Вон копилка, тролль-хаус. Видишь? Как стать? 5 евро стоит всего. 5 евро. 5 евро всего, да? Возьмем, смотри, какая классная. Большая 10. Вот такая, ну, с этим-то нет. Такую поставить. Take
Спасаемся. Смотри, какой мотоцикл есть. А музыка-то, музыка-то какая, да? А, там кто-то играет. Какая атмосферная здесь вообще. Улица, да? Так классно прям вообще. А музыку, музыку-то слышите какую? Надеюсь, меня не за этот. Но это вроде сам играет дядя, да? Та-та. Да я как маленький ребенок, всему радуюсь. И такие домики. Классно, да? Мишка, дай Мишка с него. Мишка, тебе нравится? Та-да-та-та-та-та. Он хочет пить тоже. Так, мы вышли, вообще тут такая улица, площадь. И так там классно, красиво. Вот там вот улица, сейчас пойдем там. Какая-то церковь. Красота прям вообще нереальная. А, вот это дядя поет песни нам тут на итальянском. Сейчас Ива пойдет денежку давать. Попроще. Денежка, классно? Нравится тебе? Да, и мне нравится. Очень здесь атмосферненько. Прям городок к посещению. Конечно же, к посещению. Вообще. Где дядя? Иди дай денежки, дядя. Все равно считать не умеешь деньги. Иди дай. Прям так вообще, да? Там итальянам. Ну, наверх мы туда не пойдем. Да? Так классно. А там улица какая. Наверх туда, на смотровую площадку, а мы поднимемся здесь по улице. А я думала, что это такое? Здесь шляпы. Здесь соломенные шляпы висят. Так прикольно. Я думала, какие-то шарики. Ева, посмотри, там шляпы наверху. Сейчас тебя фотографировать буду. Так, иди там встань чуть-чуть, мама сфоткай. Мы зашли тут в ворота. Мишка, др-др-др-др-др-др-др. Здесь так классно. Идем мы. Идем, 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 идем. Сейчас я вам покажу, куда это все ведет. Вообще красота, да? Папа, здесь у меня есть хороший вид. Чем здесь снимать, не переснимать. Красота. Ку-ку. Красота какая. Вообще эти домики, конечно, это что-то с чем-то. Красота. Вам нравится? Мне очень, я как ребенок. А вот и дом. Видите, как внутри у них. Сейчас заглянем, да? Мама. Классно. Мама. Да. Как внутри, да, интересно? Как у них там внутри? Вообще такие домики. Чик. А, да. Лёва, какие слова? Вон там они куда-то ходили. Сейчас мы уже посмотрим, куда они пошли. И там фотографируются. Европа. Вот я тоже туда хочу. Так интересно, здесь крыши, посмотрите, вот эта вот черепица друг на дружку.
черепица, камень. Вот такие свеженькие домики. Не совсем прям старые-старые. Ева позирует. На фото сделать тебе? Сейчас мама сделает. Вечером, наверное, здесь прикольно. С подсветкой совсем. Знаете, такой сказочный городок. Так, Ева, машина. Как-то тут, короче, эта машина, она крутит-вертит, тут не может найти дорогу. Указателей-то нет, тут заблудиться может, наверное, навигация вообще теряется по этим улицам. Да? Вообще навигация, как она будет работать? Нет, конечно. Здесь только пешеходам, машинам здесь нет. Эй, Михаил, давай маме ручку. Давай ручку маме. Такой запутался. Ой, в горку тяжело идти, да? Давай, иди к маме. На ручке? Фонтанчик. Есть такой городок. Si fa così per dire sei bellissima. Перед нами едет, вообще не пристегнут никак. Так, собственно, мы уже на месте. Мы приехали в последнее наше место. Где мы будем, куда мы, собственно, ехали? Мы здесь будем 10 дней. 10 дней на вилле. Подпишу город, короче, как называется. Я, конечно же, не помню. Здесь очень классная территория. Просто обалденная. Сосед белорус у нас тут есть. Вот. А сейчас покажу ее. И обзор такой будет, что тут у нас. Ну, потом, в принципе, за 10 дней вы тоже все увидите. Будут просто обычные влоги наши, да, домашние. Домашние влоги, но из Италии. Такая территория обалденная. Михаил, вот его домой не загнать. Михаила не загнать домой. Вот, собственно, наша вилла. Типичная итальянская. Столовая зона здесь.
при входе, можно здесь сидеть, но тут зависит от солнца, да, когда солнышко, когда не солнышко, там можно посидеть, мишки не дают покоя, вот эта вот вертушка солнечная, здесь качель, но мы уже тут свои вещи, конечно, раскидали, потом приберемся, у нас будет киска, будем киску кормить, киска убегает от детей, так, здесь кухня, домик такой в итальянском стиле, классно, а здесь кухня и гостиная, собственно, гостиная, камин, но камин нам не нужен, тепло, нам нужен кондей, кондей здесь есть. Тут муж мой сидит уже отдыхает, чилит, да? Столовая зона на 6 перцом, 7 во главе может сесть. А вот зеркало, я только увидела зеркало. Зеркало, я уже переоделась, платье сняла, потому что жарко было очень. Кухонка, посудомоечной машины нет, но вчера тоже не было, поэтому будем мыть сами. Ну, тут все есть, кстати, и кастрюли, ложки, вилки, поварёшки, все есть. Кофемашина тоже есть, очень классно. Дальше. Спальня номер раз. Это для Евы. Ну, думали, что Арина будет с нами, да? Хорошо, в ванну не идем. Ванну потом покажем. Поэтому у нас много кроватей. Ну, и, конечно же, переплатили мы чуть-чуть, да, на одного человека больше. Но что делать? Собственно, здесь у нас будет и гардеробная наша. Потом шкаф разложу, что-то оставлю в чемодане. Не буду все вытаскивать для удобства, да. Здесь просто Ева будет ночевать. И еще одна спальня наша с мужем. Мишка будет спать здесь на диванчике. Я его придвину сюда к кровати, и он будет тут спать. Шучу. Мишка будет посередине, папа с мамой по краям. Хотя можно это развернуть, вот так вот спинку сделать точно. И тогда Мишка может спать тут с краю. Нормально будет. Стулья здесь такие, да, прикольные. Окно прикольное. Так, дальше. Миша пришел с улицы, да? Миша пришел, все закрывает двери, такой хозяйничает, ходит вокруг дома, не боится, а там дверь мамин тапок не дает, да, закрыть, сейчас закрою. Вот так хозяйничает. Детям здесь благодать, целый день на улице, на море будем, до моря ехать нам 5 минут, да, пап, на машине. Ну, примерно верно, ладно, максимум 10 на машине, мы будем на разные пляжи, вот, потом увидите. И здесь вот с другой стороны такая еще зона, качель, отдыхать. Столовая зона еще одна, да, почилить. А потом, что тут у нас? Это все наша территория. Можем там сидеть, допустим. А, ты вешать одежду. Вот там вешать одежду. А здесь еще душ один летний. После моря пришел, сполоснул всю грязь сюда и потом уже пошел в дом. Ева? Ева? Где? Иди ищи Еву. Где Ева? Скажи, Ева. Ей, он говорит. Гриль. Можно грилить. Еще там была постирочная. Отдельно была постирочная. Ну, классно, классно. Очень классно. Ева такая довольна, дети довольны, я довольна. Знаете, такая тишина и спокойствие у нас здесь будет. Никого нет, ни соседей, никого. Мы только будем одни. И магазин у нас тут тоже в 5 минутах на машине. Евроспар, по-моему, так называется. Груши тут растут. На деревьях груши, оливки. Наверное, и виноград тоже есть. Ой, качелька там есть такая для Евы специально. В общем, классная территория. Миша куда тоже пошел у меня. Глаз да глаз. В общем, за Мишкой нужно ходить теперь. Он вокруг дома ходит. Так, обзор ванной. Ванная комната. Да, тоже вот такая ванная. И здесь душевая. Эй, Михаил. Эй, все ему надо. Да? И тут кран вообще-то сложно открывается. Да, очень хорошо. Мишка не сможет открыть. Не сможет, замечательно. Угу. Я такая амазонка у вас. Я даже не могу открыть. Так, муж меня отправил. Здесь еще есть, оказывается, вид на террасу, можно сказать. Сейчас сходим на террасу. Закрывать на ключик от детей. Так. Здесь она сказала, вид очень красивый и о, ничего себе, и встречать здесь закаты. Смотрите, как классно. Прям вообще. Тут, пожалуйста, диванчик, бокал вина, да, камеру с собой. Хорошо, что мы камеру взяли, которую заказывали на тему. Классная камера за 15 евро, идеально.
И здесь вот, пожалуйста, какой вид открывается нам, да? Вот тут вокруг все вот эти вот виллы тоже, виллы. Прикольно. Очень прикольно. Подсветочка вечера. Красота. Прям вообще красота. Дорожка к нашему дому. Машина наша вот там за кустами стоит. Красиво. Я прям мечтала о таком отдыхе, знаете, природа, тишина. И в то же время, чтобы было море, чтобы ездить на море купаться. А вечером, чтобы было тише, тихо и спокойно, да? Классно? Нравится тебе? Папашка теперь будет тут сидеть, залипать, пока я буду Мишу укладывать. Он будет стопудово сюда упекать и сидеть здесь. У меня любитель тоже в тишине посидеть. Ну, классно. Прям слышно, слышно. Ой, как им хорошо тут. Кондиционер есть, хорошо, прохладно в доме. И на улицу все без конца, они бегают, играют. Ну класс, детям раздолье. Давай заливается. У нас только бардак в машине, трандец. В общем, приехали за продуктами, пропитанием. Если там яйца динозавров разбирают. Тут такой, что, ну, какой-то такой не очень, да, магазин. Вроде Евроспар, но... Так, обзор, что купили мы в итальянском магазине. Так, начнем с этого неполезного, да. Так, ну, это хлопушки. Муж Ева будет есть. Это печеньки. Это я взяла себе и Еве. Они такие вкусненькие. Хлеб. Мороженое две штуки. Водичка там, сразу покажу. Вода. Воду надо покупать. Фильтра у нас здесь нет, к сожалению. Из-под крана пить нельзя здесь водичку. Так же, как и в Германии, да, тоже, говорят, не полезно. Так, хотя раньше пили, мы теперь мы научены. Так, это эти. Такие крекеры, на них что-то класть. Потом тому же взял такие печеньки. Йогурт и Еве. Это я взяла себе йогурт с кофе, интересно. Фанта-кола, сок. Сахарный песок, моцарелка, чай, сыр такой просто кусочек, потом сыр посыпать, масло сливочное, это зелотворог какой-то, я не знаю, что это за творог. Пить вот там, пить, пусть папа себе даст стакан. Так, колбасу муж взял, такую, потом такую. Это тут готовая курица, потом будет в лаваш заворачивать, собственно, сам лаваш. Так, это я не знаю, что это. А тут такие с ветчиной. Курица с ветчиной, с сыром. И это наггетсы тоже детям. Это я себе взяла, когда они приготовились. На овощи, овощи надо было еще взять. Ну ладно. Так, супчик такой простой, сварю детям. Простой супчик. Не знаю, что это супчик. Надеюсь, нормальный. Так, лаваш. Это какой-то муж взял соус, я не знаю, сырный что ли, да. И чеснок. Что-то у нас картошка, огурцы. Авокадо вот такой вот. Никогда я такой не покупала авокадо. Да, Еве хлопья. На завтрак с игрушкой там. С игрушкой там, да, очень важно. Открой, посмотри игрушку. Молоко простое и молоко миндальное. А, и вот еще капсулы для кофемашины. 30 штук, 7,50. Но они подходят к нашей машине, поэтому я потом их заберу. Я не выпью. Что, папа загнал Мишу домой? Он ходит уже по всей территории. Такой деловой. Уходит далеко и не боится. Упал? Ты упал, Миша, да? Такой тапки снимает. А, забыла сказать, все вышло на 130. Недорого. Ой, не дешево здесь, в Италии. Ой, что-то радуется. Так, у нас уже вечер, у нас ужин. У нас ужин итальянский опять. Ой, у нас таса летает. В общем, у нас паста. Но у Евы тут без соуса, просто кетчуп. Сейчас она. У меня паста, как у мужа. Салатик, огурчик, все по-простому. Водичка, бокал просека. И с таким вот видом Ева боится осу. Я хочу с вами попрощаться и закончить это видео. Я что-то немножко опять такая поджарилась. Поджарилась, когда сегодня ходили, хотя СПФ наносилась, но немножко поджарилась. Всем огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Миша улетела, да? Сейчас чао скажем. Как обычно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Мишка. Давай, Ева, чао, говори. Мишка, поцелуйчик отправишь? Да, он занят. Да говори чао-то. Чао. Ой, она такая у нас вообще. Блядь, а.
Чао. Ну это кто такие-то? Эти. Как они называются? Гекконы, да. Это гекконы. Офигеть, блин. Здравствуйте. И тут вот еще один маленький детеныш. Главное, чтобы она на нас не напала. Вот, смотрите. Да-да-да. Вот это такой малюсенький. И тут такой прям огромный. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say.